Они тупые. В экономическую сферу, потому что больше мне некуда было пойти. Наверное, я больше не понимала, куда мне еще пойти. Я работаю директором. Здравствуйте. Света, почему манекен криво стоит? Я люблю, чтобы работник был как хороший работник, чтобы любил свою работу. И тогда мне очень нравятся такие работники. Какой главный финансовый документ в России? Бухгалтерская отчетность, возможно. Федеральный бюджет. Квадратный корень из 100. Квадратный корень из 100? Нету его. Ну, он не поддается вычислению. Спиридонова Екатерина, 23 года. Окончила РГТУ с красным дипломом, поощрялась именной премией ректора, профессия экономист-маркетолог. Деноминация что такое? Деноминация? Не помню. А девальвация? Не помню. Стагнация? Не помню. Сергеева Алена, 24 года, выпускница эконом-фака РГТУ, специализация финансы и кредит. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Размер подоходного налога для физлиц в России какой? Подоходный налог там. Сейчас уже не помню. А кто написал «Капитал Маркса»? Тоже не знаю. А квадратный корень из 100? Квадратный корень из 100? Затрудняюсь, не помню сейчас уже. Из каких двух частей состоят золотовалютные резервы Центробанка? Не знаю. Из золота и валюты. А единица с 5 нулями – это какая цифра? Единица и 5 нулей. Какая? 10 тысяч. Капнина Мария, 20 лет, третий курс РГТУ, специализация «Мировая экономика», лаборант кафедры международной торговли, искомая зарплата от 30 тысяч рублей. А мировые резервные валюты какие знаете? Резервные? Не могу, наверное, ответить. Чем отличается плоская шкала налогообложения от прогрессивной? Тоже не скажу. А что такое билет Банка России? У меня вечернее отделение, возможно, просто такого еще не дошли. На деньгах написано «Билет Банка России». Даже не видела. Вот за наших выпускников нам стыдиться не приходится. Наши экономисты и юристы лучше среднемировых. Да. Я это говорю со всей ответственностью. Да вы, блин, даете.